Еще немного решил покатать ВСА. Если получится, 1,5 фанов наберу и, наверное, закончу на этом. Все-таки хочется азаром побегать еще немножко. Пока карта свежая, еще есть желание. Потом, может, не знаю, в будущем Неймара поставлю. А может, азар останется. Но пока он всем устраивает. Именно по качеству игры. Соп проходной. Начинается. Чуть не вытащил, однако. Блин, как же он пасы отдает все-таки, божественно. Даже карлики, он настолько четко... Вот у Мане такого не было. Мане отдавал, и защитник, ну, всегда дотягивался. Может, из пяти передач... Из пяти передач, если одна дойдет точно, это уже как праздник. А тут прям через Ван Дайка, прям миллиметр в миллиметр, точно на голову. Это приятно. Видите, коротенький пас, у него четкий. Не, азар, космос. Вопросов нет по карте. Наверное, это первая карточка. Ну, пока что я, конечно, может, еще не распустил ее до конца. Но она вот прям всем критериям отвечает. Как прайм-кумир. Ни Мбаппе, ни Месси 105-й. Мне кажется, не дотягивает до азара. Тем более карточка бесплатная. Абсолютно бесплатная. То есть вы просто забираете ранги. Их в любом случае забирать. А азар просто бесплатный бонус. Это хорошо. Ну, блин, какая царская передача. Да, Месси не забил, но это его проблема. Пас был просто выверен идеально, в идеальную точку.
Сопы еще пока попадаются, несерьезные. Ну вот, по-моему, это очень серьезный соп. Надеюсь, фанаты хоть есть у него. Если уж проигрывать, то не так много терять. Круто. Не круто. Вообще не понял, что это сейчас было. Надо было или пас отдать, или дальше еще один финт пробовать сделать. Эх, не забил сам. Ладно, не страшно. Да, я, скорее всего, проиграю. Слишком плохой у меня расклад был изначально. Сейчас у него отличный опять пойдут, а у меня уже все. Лимит мой исчерп. Видите, как Месси не успевает реагировать немножко. Это как бы печально. Тут я уже ошибся. Перекрутил, так скажем. Не, все. Вот ни Мбаппе, ни этот так, ну, так круто не играет, как мне кажется. Ни Месси, ни Мбаппе. Все уступают ему. Не везет, не везет с опами. Еще и фанов нету. Это минус 11 тысяч. Надо хотя бы ничейку постараться затянуть. Да, тут никто не забивает в таких ситуациях. Ну, глянь, Месси кого-то там Ван Дайка, что ли, перепрыгнул. Вот гном маленький, а. Ай, ну нельзя так делать, нельзя. Вдвоем съедают, надо запоминать эти вещи. Видите, вдвоем, это только когда овер высокий против высокого овера. Всегда такая хрень, по два защитника, всегда. Почему-то у меня Азар пенальти бьет. Я, конечно, не против, но до этого Месси бил. Шикарно. Азар шикарен. Соперник отключился. Все, это победка. Он просто сдался. Приятная новость. Ну да, у меня просто, что называется, полетело. Только сказал полетело, и вот он, пожалуйста.
До самой секундочки, блин, последней. Вообще, это вот в игре это так бесит, пипец. Просто 15 секунд сидишь и пялишься в этот, в моник. Ну, в экран, не знаю, как правильно. Так, ну надо что-то мне поменьше, ребят. 151 это все-таки жирно. Давайте что-нибудь попроще. Хотя бы 150. Ну это слишком просто. Хотя у него и кумиры, глянь-ка, и Мбаппе, и там Ван Дайк. Топовый состав. Тоже немец. Смотрите, пас. О! Сказка. Ну такие пасы, Мане. Мане отдавал. Вот, гляньте, как весь. Ну блин, ну азарт. Ты же просто божина, скотина. Где ты вот раньше был? Он просто прекрасен. Пока что это лучшая карточка из всех, которых я играл. Вообще, вот за все время. И вот Месси отдал пас. Но тоже, как говорится, был Боуэр у соперника чуть получше, вратарь бы уже бы успел спасти ситуацию. Блин, изи соп не изи, а ведь отлететь можно. С этими угловыми и прочей фигней. Блин, это я уже тупанул. Проспал. Он вообще все забивает. Все моменты. Какой-то он киберспортсмен, блин. Ну все, где-то в конце он сдался. Что-то у него там не пошло. Ну нельзя же, блин, бесконечно забивать. Должна хоть где-то у меня защита сработать. Тем более он играет маленьким овром. Ну, по сравнению с моим. Хотя он же кумировый, да? Тогда, в принципе, понятно, почему у него так хорошо все шло. Интересно, получится у меня полторашечку набить. 5 бонус. Не юру. Кстати, нормально парень играет, но ковер, конечно, ему вряд ли позволит оказать сопротивление. Хороший азарт. Ой, сильно. Вот так лучше не бить. Хотя внешней стороной он, как правило, залетает. Бил бы он с подъема, вряд ли бы я забил. Что я делаю опять фигню какую-то? Вот умею я ошибаться в 100% моментах. То у меня бывает такое проскакивает. Не в отличных, это понятно, это, как говорится, я тут редко ошибаюсь, а вот вот типа в таких вот я могу. Там или защитник. Ну, короче, тупануть жестко. Вот тут вот. Ну вот, вот зачем я так сыграл? Непонятно. Очень хорошо он идет. Но я же говорю, он хорошо играет. Вот видите, как бы по идее в недодачу, но потом выровнялся мяч. Это вот
За счет, наверное, я не знаю, подкрутки, возможно. Ну, короче, шикарно, шикарно. Пасы отдает четкий. Я просто сначала посмотрел, что мяч полетел назад. Я уже пальцами заминжевался по экрану. А если бы я сразу, как бы, ну, по скрипту бы бил в лед, то был бы гол. А я уже заминжевался, стал что-то там нападающим придумывать, двигаться лишний раз. Потому что думал, что будет мяч, ну, за спиной. А в итоге он подкрутился и прям идеально ко мне в ноги прилетел. Надо было просто ударить в ход и все, и был бы, ну, гол без проблем. Так, ну давайте что-нибудь повыше. Давайте 150-го с фанатами. Боже, это с фанатами. Да ёкарный ты бабай. Все без фанатов, все. Так, тут можно и отлететь ненароком. Тут, в принципе, овер равный. Ну, вернее, моменты. Блин, Арнольд, вот не знаю, но Бисака, я поставил, конечно, Арнольда, но все его хвалят. Но это просто кошмар, а не защитник. Он просто днище полнейшее. Бисака в 100 раз был круче. Вот я не уверен, что я правильно сделал, что поменял его. Ван Дайк, конечно, просто прекрасен. Да ё-моё, ё-моё. Хорош. Вот Арнольд, пожалуйста. Ну это просто жесть. Вот что, как он не забрал мяч, и для меня это загадка века. Давай еще моментик. Блин, сложный момент. Арнольд. Хорош! Ха-ха! Вот это прекрасная победа. Прям приятно. Она, я не скажу, что заслуженная. Тут ничья заслуженная. Но победа... Ну, видели сами, да, последний момент. Это чисто на дурака. За счет того, что на добивании там кто там... Мбаппе, по-моему, был первый. Блин, ну чувак жестко играет, конечно, вопросов нету. Как я, минимум. Ну, видите, у него еще защита идеальна. Скоро у меня вот этот дядька будет. Как только этот Абик... Ну, не как только, а вот к концу нового Абика я вот этого дядька получу. И защита у меня будет точно такая же, в точно таком же расположении. Карлос, Неста, Ван Дайк и Арнольд. Блин, у него, конечно, состав просто пушка. У него все топовые стоят, абсолютно все. Но нет азара. Ха-ха-ха. Недостаток. Недостаток схемы. И облак. Вот мне на самом деле очень любопытно. Он иногда, блин, вроде неплохо, а иногда это просто кошмар. Хотя тут я, в принципе, и так знаю. Пофиг, какой вратарь. Главное, этот... Как он называется? Овер. Вратарь играет от овера. Ну что я поделаю, мой тим? Мутим. Мутный.
Да. Вот видите, у Мбаппе есть иногда прорехи. Вот это я обшибся, называется. Хорошая подача. Ой-ой-ой. Это прям сильно было. Я был почти уверен, что залетит. Ну, видите, тупо овром задавил чувака. Тут нет шансов на победу. Все отличные моменты. Упанул защиту. 7 отлично. Это жесть. Так, 88 тысяч. Это уже грустно. Ну хотя не так много за проигрыш заберут. 4000 всего лишь. Ну, сами понимаете, шансов на победу нет. Ну, есть, конечно, но такая история. Азарт в прыжке. Блин, ну шикарная передача. Вопросов нету. И ниже. Да не туда, ёк. Ай. Вот так вот и проигрываю. Вот. Ай, даже не знаю, что тут добавить. Еще. Просто эпическая ошибка. Эпический фейл. Ну, камон, а. И так тут нафоршмачили столько, что мама не горюй. Да не, уже все. Вот одна ошибка и ГГ. Один раз ошибся. Один раз. Поэтому я и говорю, что игра не дает шансов на победу. Никогда. Против таких овров. Никогда. Плюс 2 овер. Ты можешь кусаться, царапаться, там, не знаю, кривляться. Хоть прыгать. Ну, что хочешь делать? Но у тебя есть шанс. Как, какой-никакой. Плюс 3 овер. Все. Есть шансы. Там 145, 148, 143, 146. Еще как-то что-то можно. Но здесь уже 151 это совсем другой уровень. Ой, вернее, 152. Ну, раньше был 148-151. Тут уже перевес значительный идет. Ну, забей. Видите, как все в защитника полетит. Все, любой рикошет, любое там добивание. Все в защитника полетит. Ну, это шикарный гол. О, у меня может быть 4 отличных момента. То есть, теоретически, если хорошие моменты будут играбельные, то я должен выиграть даже. Не. Выиграешь тут, пожалуй, с такими чудо-передачами. Азар, легенько в касание, молодец. Тут без шансов. Хорош. Масяка, мисяка.
Вот я, помните, про этот момент вам рассказывал. Вот ускорение здесь нельзя нажимать. Просто надо сыграть правильно. Вот мои два отличных момента. Ну, тут минимум ничья будет. Но я выиграл. Это хорошо. О, у него даже моментов отличных меньше. Приятно, когда так получается. Ну, такое бывает, я первый раз, наверное, увидел. Ну, может, не, может, второй раз. Обычно это, ну, это вот чисто повезло с этим самым. Так, 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 не то. Вот это. $490,000. Ну, если по 4000, это 3 победы надо еще. Но при этом надо еще не проиграть, умудриться как-то. Ой, как это сделать, я не знаю. Когда вот с такими гавриками играешь, как не проиграть, я не знаю. Тем более у него фанов нету. Блин, бомжи, как вы вообще играете в эту игру, имея, блин, 152 овер и 1 400 000 фанов? Просто позорище ходячее. Ну как бомжи, бабла-то у них дофига, а рук вообще нет. Угловой подавал, был 0-0. Угловой подал, забил, 2-1 я проигрываю. Класс. Давай занайти пока. Азар. Точничок. Блин, я очень рад этой карте. Да, иногда она крутит, конечно. Хер поймешь как. О, это красиво исполнил. Это на исполнение называется. Так, этот дурацкий, блин, момент. Такой же. Тоже дурацкий момент. Карлос, конечно, мега противный. Хорош. Ну, пушка должна прошивать, ё-моё. Я выиграл, друзья. Не знаю как. Какие неведомые силы мне помогли. Но он не забил отличный момент. Видимо, был угловой. И дальше он потерял просто время. Я уже не оставил ему шанс. Приятно, приятно. Вопрос. Но у меня тоже же был, да, угловой с ним. В самом начале матча, по-моему. Шестой иду. Полтора кеса фанов. Полтора кесика. Что-то я не понимаю, откуда у него столько фанов, ё-моё. Он играет, гляньте, у него два ЦЗшника на опеке. Ну, это или договорники, или там я в ХЗ просто как он. А, ну понятно, все матчи против матча. Я вот не знаю, как они так находят и подбирают такой оур, гляньте. Просто против ботов катает. Все матчи против ботов, это жесть. Как вот один соп более-менее попадается, он сразу в салат проигрывает. Все остальные, все матчи проигрывает в салат сопернику, а все остальные с ботами катают. Я не знаю, как они это, как вообще люди так делают. Вот научились они как-то выбирать сопов и просто катать с ними. Не пойму. Так, ну что тут у нас? 152 опять? Или пощадите? Не, никакой пощады. Ну, согласен. Ибо легким путь быть не должен. Бастард.
Блин, как бы с ним зацепиться, а, за ничеечку хотя бы. Ой, ну вот, поторопился момент сыграть побыстрее. По итогу минус один гол. Шикарно. Нафиг. Закрутишь? Блин. Я б тебя расцеловал. Да ну почему это только с высоким овром, а? Почему он не отдает на ближнего? Специально, еле-еле, как говорится, пас нажал. Все равно отдал, а, на дальнего. Ну, хоть ты тресни. Эй, братан, надо... Я не знаю, как. То есть, минус 2 гола, это 100%. Даже минус 3 гола. Я еще и в начале, в первый момент на фарш-матч. Азар только меня тащит. Азар. Да. И азар бессилен. Когда, если в сценарии прописано поражение, неважно. Ты один и тот же момент сыграешь одинаково, но гола не будет. В одном будет, а в другом нет. Вот не за, вот у него 7 отличных моментов, но незаслуженно. Ну блин. Самые обидные поражения это вот такие. Просто незаслуженно, чувак, выигрывает. Ну как незаслуженно? Не за счет рук. Просто за счет, блин, бабла. Обидно. Ну ладно. Что поделать? Кто больше занес, тот и побеждает. Мне вот интересно, на самом деле, какой прикол играть, когда у тебя все покупное? Ну, то есть твоих заслуг вообще в игре, ну, ноль, просто ноль. Все, что ты имеешь, это покупное за Реал. Ты ни состав не качал. Не, ну, то есть ты не занимался командой, ты просто купил ее. Прикольно. Я, конечно, наверное, никогда не пойму. Это ж убивает весь интерес в игре. Блин, какие убогие моменты дают. Это просто жесть. Я вот их играю, блядь. Зачем? Блин, ну штрафные меня вытаскивают еще. Как-то. Не буду я его играть, это бред полный. Азар. Блин, Азар, ну как ты это делаешь? Такие передачи. Это просто космос. Чувак, ты космос. Хорошая карточка. Вот Месси. Ошибочки допускает. И вот Азар. Вот он опять. Ну слишком было 3 подряд. О, 1 500 000. Все, друзья, я панел, видите, против этого гаврика. И это называется карма. Что-то свыше услышало. Я такую сейчас ахинею несу, но все равно. Что-то свыше услышало, подсунуло мне этого СОП. О, я уже топ-3 в своем этом дивизионе. И подсунуло мне его, я его вздул, видите. Приятно. Гляньте, вверху пипец, да?
Одни монстры. Маршал, какой у тебя овер? Покажи-ка. Ну? Что-то не срабатывает. А что я не могу их посмотреть? Блин, это я мимо, что ли, тыкал? Не понял. А, у него 150-й на самом деле. Это он просто в турнире играет, тогда все понятно. ВСА. Прикольно. Видите, генерал тоже в ВСА играет. Ну, в том турике. Вот в этом. Ладно, все, чао-какао. Полтора лямчика нафармил. Лазар прекрасен. Всем завидую. Вернее, не завидую, а... Я бы сказал, что за всех я вас рад, что вы его получите. Но я на самом деле за вас не рад, потому что, блядь, не против вас играть. И вы тоже будете с Азаром. Поэтому плохо, что я его получу не только я один. Ну ладно, все, всем пока.